Народ, всем пламенный колло, приветствую вас на канале Юсом Левен из ни жаркой, ни солнечной Флориды. Город Форт Лодердейл. Красавчик. Красавчик стоит фантом. И сегодня я приехал посмотреть автомобиль, как раз таки Спектр, и тут их самое большое число, которых я видел в наличии. Все в наличии, и у меня есть заказ для Равшана. Как выяснилось, что, оказывается, Равшан, вам большой привет. Друг моего близкого друга и однокашника, мы вместе учились в Томском политехническом университете. Влад, тебе тоже привет. То есть, вот видите, земля круглая. Совершенно случайно встретились в Ютубе. Равшан меня смотрел не в связи, а потом выяснилось, оказывается, что мы вот так друзья. В общем, бывают всякие такие вещи интересные. Ну и, в общем, пожелал Равшан найти себе Rolls-Royce Spectre. И поэтому мы сегодня посмотрим, я посмотрю цены, сделаю обзорчик и покажу с небольшим пробегом. Посмотрим, насколько дешевле, потому что понятно, что покупать это в данном случае будет экспортный вариант. И, конечно, покупать экспортный вариант лучше, когда там будет небольшой дисконт. И, соответственно, можем купить его без налогов. Красавчик. Вот такой вот есть вариант тоже. Посмотрите, какой цвет. Пурпурный. Такие же, кстати, вставки. Вкладочки. Напоминаю, что Spectre это у нас с вами 100% электрический Rolls-Royce. Первый электрический Rolls-Royce. У меня был большой обзор на Spectre, поэтому я повторять его не буду. Кстати, Cullinan, вот это новый 2025. Сейчас, если Андрей смотрит, тоже Андрей спрашивал про Cullinan. Очень просто определить новый Cullinan. У него появилась вот такая вот оптика. Эти вот ресницы такие спускающиеся. И я уже делал тоже на него такой небольшой обзорчик. Показывал цену. Еще один новый Cullinan черный. А мы ищем Cullinan черный на оранжевом салоне, на мандариновом. Значит, ну что, это у нас уже проданный автомобиль, номера Нью-Джерси стоят. Очень красивая комплектация с вот этим пурпурным цветом. Смотрите, и вставки пурпурные, и, естественно, оптоволокно на панелях дверей стоит. Так, ну что, для Равшана и всех, кто заинтересован в покупке, расскажу, что мы покупаем, отправляем автомобили, в том числе авиа. Поэтому без проблем обращайтесь, будем стараться максимально, чтобы вы получили быстро автомобиль, насколько это возможно, но имейте в виду, что много нюансов, поэтому всякое бывает. Итак, это у нас с вами новый Spectre, и здесь давайте посмотрим, 2024 год, Spectre, и 503 375. Я покажу обязательно тот, который, в принципе, мы потенциально сейчас будем рассматривать для покупки. Вы можете запомнить цену. На самом деле число опций там не сильно различается. В основном они идут в полных опциях. Ну, одна из самых таких вот востребованных, в принципе, дорогих опций, которые появились. То есть теперь по умолчанию всегда в Спектре стоит звездное небо. Его другого не бывает. Как, в принципе, в большинстве Rolls-Royce. Единственный нюанс – это оптоволокно на дверях, на картах дверей. Я сейчас его покажу где-нибудь там вживую. Но, вот смотрите, база 420 и вот эта вот опция Starlight. Вот Doors, видите, написано. Она стоит 13 300, то есть 13 500. Еще одна из самых таких дорогих опций — это вот этот вот Finishing Pack Grey. Это, видите, 5900 долларов. Еще за диски 10675 придется заплатить, если вы хотите именно вот такие вот диски. Ну и Advanced Driver Assist 5800. И я сейчас здесь не вижу, вот они где-то. Так, значит, тут у нас еще за сиденье доплата. Я не вижу, где-то у нас часы. У нас за часы и за Млечный Путь. Там еще, в общем, набегает порядка, что-то порядка, по-моему, 10 или 15 тысяч долларов. Я постараюсь сейчас найти, где там у нас будет открытый, да, где или мне откроют, и я вам покажу. Ну, здесь, не знаю, возможно, этого Млечного Пути нет, часы точно есть. Так,
Итого, еще вот такой вариант на вот таких дисков, и у него стоимость нового 504 тысячи долларов. Так что вам тут еще не показал я. Так, это у нас белый. На самом деле мы понимаем, что опционно они в принципе в большинстве случаев одинаковые, остальное это индивидуальное соотношение цвета экстерьера и интерьера, да. Всем хочется индивидуализации такой. Ну вот, кстати, вставки здесь у нас черные и мандариновые, и как вы видите, стоит, конечно же, сейчас настрою, стоит оптоволокно. Ладно, надо это, конечно, показывать вживую, а то так это не делал Rolls-Royce показывать. Так, давайте посмотрим, что. Ну вот солт уже поставили. Быстренько, в общем, продают. Вот не думайте, что это вот приехали, они тут будут простаивать. Нет, они будут проданы все в ближайшее время. 467 тысяч. Это у нас Ghost Black Beige при этом. Это самая дорогая версия обычно. Ну вот он. Как видите. И вставочки, посмотрите, какие на салоне интересные. Ну что, идем с вами дальше, смотрим. Я уже делал видео из этого салона, поэтому здесь уже нас знают. Так, ну что, давайте посмотрим по опциону. У нас уже показывал я, что электрические двери, причем тут очень интересная электрика. Когда вы открываете дверь или закрываете, то есть вы можете открывать его настолько, насколько держите ручку, и он будет открываться. Ну, понятно, что про музыку тут уже говорить нечего. И вот как раз вы видите вот эта опция, которая стоит там 13 тысяч долларов. Итак, вот так вот смотрится стандартная крыша. И вот она как раз-таки. Здесь у нас Млечный Путь, который тоже стоит отдельных денег. Он смотрится очень хорошо ночью. Ну и часы. Часы здесь, по-моему, простые, они бывают хромированы, там тоже за доплату. Интерфейс этого медиа я показывал. Это, в принципе, сродни BMW, он один в один практически там весь, только видоизмененные иконки. Ну и здесь тоже мы с вами говорили о том, что, в общем-то, все супер качественные материалы, кожа. Здесь нигде нет пластика, здесь настоящий металл, керамика, в общем, куча-куча опций. Но я не буду делать обзор на спектр дополнительный, мое дело просто показать вам цены и за сколько можно купить автомобиль с небольшим пробегом, если вы его покупаете. Поэтому здесь как бы такая фишка, что рассказывать про Rolls-Royce, для этого есть профессионалы, обзорщики, а у меня все-таки обзор больше ценам, по ценам. Ну, а про зонтики все прекрасно знаете, это является фишкой. Ну и вот, на самом деле, как раз таки, вот видите, сколько я буду ее нажимать, так она будет открываться. То есть пока вы держите ее открытой, она у вас открывается. Ну, либо, соответственно, закрывается. Если вы отпускаете, она на этом месте как раз-таки останавливается. То есть, в отличие от, допустим, там семерки, где у вас дверь электрически открывается, и только в случае, если они там видят препятствие, она не будет дальше открываться. Здесь же, в общем, вы, помимо препятствий, можете еще регулировать само открытие, то есть, насколько нужно. Не знаю, насколько это удобно, я, честно, не пользовался, но мне кажется, что вполне себе удобно. Сюда вынесена у нас и память, и массаж. Тоже, мне кажется, этими опциями уже давно никого не удивить. Итак, давайте внимательно рассмотрим по прайсу. Значит, у нас здесь с вами с прайсом как раз таки хочу показать вам. Вот, видите, часы 4725, и под ними вот эта вот подсветка 5400. Ну и старого Дорс 13300. Ну, собственно, контрастит, это у нас еще 4800, и пошло-поехало. В общем, это все у нас такие элементы декора. А вот за 11 Rolls-Royce это у нас Bespoke Audio. А, Bespoke Audio 11425. Угу. В общем, дороже Bowers'ов больше, чем в два раза. Кстати, еще надо сказать о размере. У нас размер для задних сидений, кстати, во-первых, здесь обратите внимание, здесь также есть звездное небо, эффект вот здесь вот на панелях. Но при этом размер позволяет взрослому, нормальному, взрослому мужчине сесть. То есть вот у нас кресло вот здесь вот отодвинуто не сильно далеко, и если я сейчас сюда пролезу, я легко сяду, и там будет комфортно. Все об этом говорят, что размеры его
достаточно большие, несмотря на то, что все-таки это купе-версия, то в случае, если вы сядете сзади, вам все равно будет удобно. То есть вчетвером вы доедете там до ресторана или куда вам нужно, и без проблем это будет всем, в общем-то, комфортно. Ну, а выход будет, естественно, так, по старинке. Ну что ж, в общем, такая вот у нас история. И мы здесь так нажимаем на кнопочку, и дверь закрывается. В целом, машина, конечно, выглядит просто огонь. Еще одна версия спектра в двух цветах. И, кстати, бывает еще дух экстаза с подсветкой такой прозрачной, стеклянной. А это классический хромированный. На самом деле, мне он нравится как-то больше. Ну и двухцветный, вот этот вот под алюминий так сделан. Очень-очень классно смотрится. Стоимость у нас здесь 524 тысячи. Ну и так вот, кому надо, поставьте себе на паузу и посмотрите еще раз внимательно опции и расценки. Ну что, посмотрим еще одну машину, которую я, честно говоря, надеюсь, что понравится заказчику, та или иная. Друзья мои, я не буду обозначать, купили машину, не купили, поскольку не все хотят огласки такие машины, кому покупаются, что как, поэтому настолько, насколько я могу, я вам рассказываю и показываю. Но дальше мне приходится соблюдать конфиденциальность, поскольку, ну, сами понимаете, народ не всегда хочет рассказывать о своих покупках, что, куда и как. Вот смотрите, еще один белый спектр чисто стоит. Это вот для шейхов, это 100%. И здесь у нас 523-150. Ну и вот такая вот комбинация салона, абсолютно белый салон, тоже вставками, часами, Млечный Путь, в общем, все на своих местах. Кулинан предыдущий на самом деле особо не подешевел, новый он также стоит 443 тысячи, то есть это вот, пожалуйста, новая машина, и это, как вы видите, до рестайл, да, то есть еще старые фары. Внутри я тоже показывал, рассказывал, они особо не изменились, поэтому тут тоже много чего не, ну, как бы не показать, что там что-то прям вообще радикально другое. DBX просто моя любовь. Это просто что-то сумасшедшее, вообще нереальное. А еще и посмотрите, это у нас Frozen Grey, да еще такой Magnetic Grey. Посмотрите, как переливается. Это просто невероятное что-то. Вот абсолютно заоблачное. И это у нас уже с вами рестайл. Как мы видим, это у нас тотальный рестайл. У меня тоже был большой обзор на... Кстати, Бауэр Вилкинс у нас тут появился. Был большой обзор на именно Aston Martin DBX. Теперь, насколько я знаю, по-моему, все версии стали у нас 707. Раньше можно было выбирать, сейчас они все. Не вижу, о, как пищалочки. Смотрите, тоже сделано интересно. Сюда вот Бауэрсы индивидуально сделали. О, а здесь консоль. Ну, не красота ли? Красота неимоверная. Я рассказывал, что все это сделано вручную. Посмотрите, мало того, что ладно, козырьки у вас тут с кем не бывает, да, и здесь у нас алькантар и так далее. Но даже когда вы вот здесь вот смотрите снизу, здесь тоже все кожа. Я показывал, рассказывал, у меня был очень-очень подробный обзор, поэтому не буду повторяться. Бауэрсы на месте. Это сейчас одна из самых востребованных опций, которые просят, когда покупают BMW. Да, кому понадобится автомобили не такого класса, а немножко пониже, как BMW, Mercedes, там 21 год проходные, да, куда-то там 22-е новые, обращайтесь, будем стараться найти машины. Кому понадобится в аренду при приезде в Майами или в Тампу, то есть по Флориде, без проблем обращайтесь, будем вам находить машины вашей мечты даже в аренду. Так, ну и тут, кстати, такая большая игуана вылезла с хвостом, я аж такой немножко тряхнул, перелезал по кустам. Ну и что, вот машина, которая, на мой взгляд, очень классно подойдет для покупки на экспорт. Вот давайте посмотрим. Это у нас двухцветный Rolls-Royce Spectre с очень красивым таким классическим бело-черным салоном, без всяких розовых, фиолетовых и так далее ставок. Совершенно роскошный вид у него. Посмотрите, какой красавец. Просто сумасшедший красивый вариант. Именно соотношение вот этой двухцветности. Салон такой же, в таких же тонах. Очень красиво. И посмотрите, какое у него классное предложение.
Он спектр, всего 340 у него на одометре. И цена 550-950. При этом они его продают без налогов. Поэтому цена все равно очень-очень классная. А это максималка, которая только может быть. Поэтому взяли и купили. Но я думаю, что мы еще можем попробовать с ними поторговаться. Что-нибудь доскостим в случае покупки. Поэтому, если, Равшан, вы смотрите это видео, то вот вариант ваш. Я, конечно, сейчас отдельно вам еще запишу, скину. Ну, а так, это абсолютно новая машина, но она с подиума, с вот таким, ну, давайте нажмем, символическим пробегом и доступна для покупки. Если вдруг кому-то понадобится автомобиль, у нас вообще такое правило, что в случае, если вы там не внесли еще предоплату, то, в принципе, автомобиль может продаться тому, кому как бы он нужен больше или кто быстрее. Все, спасибо большое вам за то, что смотрели это видео. Сегодня такой вот обзор, фактически такой промо для Спектра. И увидимся с вами на канале. Спасибо, до завтра.